28 сентября в зале ученого совета Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма состоялась презентация студенческих спортивных команд Поволжской академии, которые участвуют во всероссийских соревнованиях сезона 2016-2017 года. Это две фармкоманды – волейбольная мужская академия «Казань» и женская баскетбольная «Казаночка академия», а также три команды, которые играют в российских студенческих лигах – хоккейная, футбольная и баскетбольная команды. Прошлый сезон для нас сложился очень удачно. Но если бы не было такого слияния клуб и академия, наверное, бы ничего не произошло. На мероприятии представители спортивных федераций республики, главные тренеры и студенты-игроки фармкоманд ведущих спортивных клубов Татарстана, а также студенческие команды вуза обсудили планы на предстоящий соревновательный сезон и подвели итоги уходящего года. Команды познакомились друг с другом, ведь во многих из них поменялся состав, появились новые игроки. А капитаны команд неоднократно подметили, что успевают не только участвовать и побеждать в спортивных соревнованиях, но и успешно закрывать сессии. Планы на предстоящий год мы ставим всегда самые высокие. Безусловно, наши команды участвуют эти и в чемпионатах Республики Татарстан, в лигах республики. Естественно, в республике это первые места, тут вопросов у нас нету никаких. Ну и на всероссийских турнирах, безусловно, мы претендуем только на самые высокие места. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.